ворвался в свой мир этот с первыми громкими криками. Раскачал детских ходиков маятник мой первый крик. Под неспешное, ровное, плавное, доброе тиканье я писал свои робкие письма в свой первый дневник. Не считая минут, я входил в неизвестные истины, в этот сказочный домик, что передо мною возник. Я на стенах его рисовал и писал недвусмысленно, каждой буквой печатной скрепляя свой прожитый миг. И казалось тогда, с бесконечностью сказка обещана. Я часами сорил, я разбрасывал напрочь года. Думал, в зеркале это совсем чуть заметные трещины, но по трещинам в лету текла уже время вода. Сказка детская вдруг обернулась обыденным очерком, и за годы пустые седые пришли платежи. Свои письма пишу неразборчивым и беглым почерком, да и время уже не идет, а спешит и бежит. Время рвется, летит, поджимает, несется и тикает по окружности к точке, где я уже буду не я. И точеные точные ножницы письма жизни моей, превращая в прах небытия. Вечно гоним коней до последней черты, ненарочно мы неисправленных двоек себе мы не можем простить. Ах, как хочется вновь дотянуться до дальнего прошлого. Детских ходиков маятник тихо опять запусти. Ах, как хочется вновь дотянуться до дальнего прошлого. Детских ходиков маятник тихо опять запусти.